Меня зовут Виталий Галкин, мне 31 год, я из Санкт-Петербурга, и я профессиональный артист. 6 лет я работал в театре «Ленинград-центр» и участвовал во всех его постановках. В шоу «Таймлесс» у меня даже была главная роль. Также был опыт съемок, небольшой опыт, но все же, в кино и рекламе. Помимо прочего, я являюсь танцором. Танцором различных стилей, как уличных, так и сценических. Состою в разных танцевальных командах и участвовал в различных телевизионных проектах. Среди, наверное, самых известных это «Танц на ТНТ», «Дэнс Революция», «Танцует ВСИ» и прочие. Увлекаюсь различными видами экстремального спорта. Достаточно уверенно в них себя чувствую. Езжу на автомобиле, на мотоцикле. На моноколесе, кстати, by the way. И кроме того, мне говорят, что я классный и прикольно смотрюсь в кадре. Спасибо.